Карл V говорил, что испанским языком с Богом, французским с друзьями, немецким с неприятелем, итальянским с женским полом говорит прилично. Но если бы он к российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онами говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в воображениях краткость греческого и латинского языков. Михаил Ломоносов.